Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Алла Рид. Я ученица Александра Борисовича Градского, солистка его театра, участница, финалистка телепроектов «Голос» и «Три аккорда». Прямо сейчас я нахожусь в Ереване, где завтра, 25 мая, состоится мой сольный концерт в джаз-клубе «Мецо». Я от всей души, друзья, приглашаю вас завтра провести этот вечер со мной. Вы знаете, очень часто меня во всех странах мира спрашивают, не армянка ли я. Я говорю нет, но тем не менее, я обожаю армянский народ, обожаю армянскую культуру и с нетерпением жду встречи, чтобы рассказать вам о моем творчестве, исполнить мои самые замечательные композиции из разных программ. Прозвучат джазовые стандарты, хиты из телепроектов, голливудские мелодии, хиты бродвейских мюзиклов. С нетерпением жду встречи с вами завтра, 25 мая, в джаз-клубе «Мецо» в 21 час. До встречи, друзья!